и вода есть, и кожа есть. И у нее, кстати, все нормально. Она может опять куда-то отправиться. Давай повторно, Мари. А, отравление радиацией, блин. Хреново. Давай взять антирад. Ты давай сюда. А ты давай иди вместо нее. Тимати, ты нам не нужен. Иди куда-нибудь путешествуй. Я рад, что ты излечилась, чувиха. А ты пока что здесь посиди. Конечно, это фигово, что как бы больше людей у нас теперь здесь. Но будем надеяться, что все обойдется. И нам хватит и еды, и воды, и всего остального. Так, вот уже первая радиопередача. Да уж. О, дождь пошел, офигеть. Там какой-то еще коп сверху проходил. Чего я не могу больше в церковь зайти? Выметайся отсюда. О, кстати, видите вот этот метод какой-то? А, он к нам пришел, типа сейчас торговать будет? И че он к нам пришел? Джейс. Мамку ж мою. Это же бубльгум. Это же пластик. Мать вашу. Это пластик. Вы понимаете, что это значит? Это он самый. Единственное, что еще клейкая лента очень редко встречается. Стоп, а у меня есть мишки детские? Я бы их продал. Или противогаз, сколько он? Десятку стоит? Так вы издеваетесь? Противогазы — это самая ценная вещь на свете. Вот, кстати, магний. Я так и не понял, зачем он нужен. Может, его продадим? И он дешевый какой. А вот еду я не буду у них выкупать. Моторов тоже, в принципе, хватает. Хотя, может, на будущее. А сколько у нас этого пружинок? 16. Зачем мне это нужно? Вы посмотрите, сколько у нас стройматериалов. Зачем они нам нужны? В таких количествах-то. Вот так раз и 8. Воды еще выменяем. Так, а теперь мы можем здесь улучшить. Так, ой, моторы! Мать вашу ж, моторы! Блин! Ну ладно, будем надеяться, что привезут нам моторы. А здесь улучшить. Петли. А петель нету у вас нигде. Чуваки, ну пожалуйста.
Опять незнакомцы какие-то. Торговать с ней. Или я не смогу торговать? Нет, не захотела она торговать. Ну и ладно. Невелика потеря, как говорится. Как-то локации не успевают обновляться. Мы с них все забираем быстро. Так мы скоро не сможем ничего делать в этом городке. Не. Тимати такой умный, у него интеллект 13. А я думал, он лох. Все, для воды больше нет места. Да, обязательно. Слушай, ты можешь хоть мотор один взять где-нибудь? Я забыл их обменять, потому что я идиот. О, пластика, моторов нет. Ну как назло, вот реально. Как назло. Все, в общем, заберем. Авось пригодится. О! Во-первых, книжки. Во-вторых, мишки. Предохранитель возьмем, пожалуй. Так, стоп. Кусачки тоже убираем. Вот это тоже нам штука не нужна абсолютно. Берем вот это, берем вот это, берем вот этих мишек. Замечательно. Мне бы еще двигатель найти где-нибудь. Как я тупанул. Сколько эта девка 3 дня уже в таком состоянии? За бред. И лампочки уже поймают. Как тут? Не, генератор, все нормально с ним. И вода есть, и все хорошо. Кроме некоторых нюансов. Кроме вот этой дуры, которая заглючила. Уже 5 дней тут катается. Что это она делает? Наклоняется опять. Поднимается. Чё, у тебя радиоотравление? Или... Нет, все нормально. Так. Стоп, стоп. Давай сюда. Давай ты сюда. Так. Да, ты молодец. Ты очень молодец. Но, к сожалению, это плохо. В кладовой уже нет места для еды. Как так?
Откуда у меня тогда столько пайков? А топливо, кстати, смотрите, увеличилось количество. А, пайков 40. Все равно, то есть мы что-то туда добавили. А где тут девка-то? Вот она что-то спит. А ты, чувиха, смотри, не сдохни там. Ты что, дура? Еще не хватало, чтобы эта чувиха сдохла. Ну, принимай. В чем, мать твою, проблема? А, у него ж хоум не включен. А я удивляюсь, что у него за проблемы. Плюс 2 травма уже какая-то у него есть. 33-й день. Вот, Мэри, ты теперь тоже пойдешь в экспедицию. Мэри и Тимати. Я просто не знаю, куда еще можно пойти. Здесь я не заметил больше на карте ничего. То есть это вся карта. То есть здесь больше ничего и нету. Здесь может где-то что-то. Ну туда трудно было бы дойти. Осторожно, пылевая буря. Женщина, смотри, не умри там. Сон. Наконец-то ему сон. Так, разыскать местонахождение. Как-то все равно у него травма идет. Пусть похавает тогда пока что. И в туалет он хочет, и еще что-то хочет. Теперь туалет хочет, да? А нет, спать пошел. Ну и дурак. Ну так подойди к тому дому, дура, что ли? Стоп. У него овка 16. Ну и нафиг. Интеллект, смотри. Больше шкалы. Слушай, а что с ним происходит? Да, аптека. Охренеть.
В аптеке, конечно, очень много полезного. Вы увидели, сколько там полезного. Он думает о туалете. Это просто офигеть. Усался бы уже спокойненько. Что-то я все локации уже зачистил вокруг. Торговать. Не хотят торговать, ублюдки. Но я им это припомню. Опять травмы какие-то. Да, иди в туалет, чувак. Душ. Туалет, вся фигня. Ничего на этих пустошах уже не осталось. Куда мне отправляться, я не представляю. Что важнее, вот дом на колесах, проверить авто, типа. Свеча зажигания, распределите шина, шина, тросель, сцепление, ремень вентилятора, стартер, генератор переменного тока, аккумулятор. То есть вопрос. Это еще не добавлено, то есть мы выиграть здесь не можем. Мы не можем куда-то отправиться там, в доме там на колесиках. Стресс какой-то у него очень сильный. А книжная полка, вот. Блин. У нас не хватает гвоздей. Было бы неплохо стресс так снимать. Очень даже неплохо. О боже. Уже все забрал. Просто все. И что мне теперь делать? Она 70 локаций посетила. У нее опыта дохренища. О, видите, кстати, он приколист такой. У него травма эта уменьшается теперь. Кто умер? Ну, заколебали реально. Еще сейчас плюс 3 травмы. Смотрите, она ее реально, его точнее, куда-то, ну вы поняли, куда отправляет. Это довольно странно. На еду. Ой. Да ну нафиг. Пусть она отдохнет. У нас все равно еды 40 всего по максимуму. Ладно, пожалуй, на этом мы закончим. Я даже не знаю, буду ли я продолжать, но вот, как вы видите, я, наверное, до 50 дней доживу с такой комбинацией. Но это будет очень скучно. Собирать постоянно эти пайки там, всякие штуки. Дождь вот пошел, видите, будет теперь вода еще. Ладно, всем пока, до следующих серий. Пока-пока.